Света изучает подводный мир семьи Изо. Ну как, Свет, интересно? Она увлечена. Но сначала боюсь, не буду. Сейчас не закрываю. Ну как там? Нормально? Он уже и на 5, и на 10 метров отплывает. Вода прозрачная. Вон видно ноги на дне. Но здесь где камни особенно хорошо. А там, конечно, подальше уже немножко мутноватое. Ну как? Как там? Нормально? Интересно? Видно, рыбки есть? Полосатые. И черные, и медузу. Медузу видела? Я с ней плавал, снимал. Ну, нежелательно, там где синяя, да. Ну, в общем, вода теплая, да? Хорошо, да. Здесь уже поинтереснее, чем в тихой бухте, да? Ну, и тоже везде классно. Нет такого, что хорошо, плохо. То есть, еще можно... смазку покупаешь, да? Ну, да, я же тебя заснял бы специально. Ты тоже не боись, отплываешь на 10 метров, смотрю, плывешь. Там глубоко, видела дальше? Да, там глубоко. Ну да, ну давай. Смотри дальше. А вот, глянь, мужчина держит медузу. А она не жалится, не? Да если так, нет, у нее же вот щупальца. А вот эти синенькие, наверное, вот это жалится, да? Говорят, нет. Наоборот. Нет, да? Нет, а. Это именно ноги вот эти. А мы... Ноги, да, щупальцы. А мы много видели в Голубицкой, выбросила, да, когда ехали на Азовском? Там мертвый, Голубицкая, Азовская, да. Много, да, мертвых было. А здесь это... А я сейчас не плавал под водой. Вот это вот она, наверное. Здесь их много. Вчера было вообще в один момент. Да? Наверное, по камням. Наверное. Потому что шторм был. А это что? Это живое.